Взимку наша шкіра потерпає від холодів та морозу і ще сухості від приміщення. Отож, дізнаємось, як же її правильно захистити. І до нашої студії ми запросили справжню фахівчиню, яка кожного дня працює саме з цим. Отож, зустрічаєте Ірина Морозова, лікарка, дерматологиня, косметологиня, засновниця Центру медичної косметології у Дніпрі. І ми одразу ж будемо розбиратися з цим питанням, тобто дізнаємося, що взагалі відбувається з нашою шкірою, тому що і холод, і перепади температур, і постійно стрес, так? І що ж цим робити? Адже шкіра – це такий один із найвагоміших. Найвагоміших, найбільший орган людини. Органів, так. Да, кожен чоловік має 2 квадратних метра площі, около 5 кілограм веса, тому на неї ми повинні, звісно, звертати увагу і уважати її. І так, що ж відбувається зимою з нашою кожею? Ми завжди сетуємо на непогоду, на те, що от на вулиці обветрюються ручки, щочки. Кожа страдає зимою. І якщо ми подивимося, скільки ж часу ми знаходимося на вулиці, на цій неблагоприємній погоді, і скільки часу ми знаходимося вдома, тоді становиться питання, повреждається ли наша кожа взагалі на вулиці, або, може, це відбувається вдома. От я взяла спеціально такий прибор, і тут, коли чекала ефіру, такий гігрометр. Прибор абсолютно доступний, стоїмость около 100 гривень. І я змірила влажність воздуха в поміщенні, в котором вы проводите сколько? 6-8 часов времени на работе. И дома вы тоже можете измерить эту влажность. И вот посмотрите, там, и вот посмотрите, влажность воздуха составляет 15%. При норме 40-60. Так где же сохнет наша кожа? Смотрите, при такой влажности и на улице тоже, когда очень низкая температура, когда мороз, тоже снижается влажность воздуха. Получается, кожа на улице, мороз, сужаются сосуды, кожа недополучает питательных веществ, страдает от нехватки микроциркуляции. Мы приходим домой, все, казалось бы, становится хорошо, но из-за работы отопительных приборов кожа продолжает сохнуть, на нее оказывает неблагоприятное воздействие сухой воздух. Это очень важно. Почему? Потому что наша кожа покрыта липидной пленочкой. Это самый ценный крем, который производит наш организм. Он производит все то, что идеально для нас. Он производит эту липидную пленочку, которая защищает нашу кожу от трансэпидермальной потери воды, от сухости. Что же делаем мы? Из-за этой вот сухости, из-за того, что мы часто моем руки, мы повреждаем эту поверхностную пленочку, и кожа теряет влагу. Потом, конечно же, мы выходим на улицу на мороз, и мы уже видим непосредственно трещинки, обветривание, шелушение, микротрещины, которые, на которые жалуются непосредственно пациенты. Пані Ірино, пригощайтесь чаем, так, и будем спілкуватися ближе. Знаете, насправді зараз в зв'язку з пандемією ми змушені обробляти наші руки різними засобами. Так? Особливо ми хочемо поменше мати бактерій. Отож, як це впливає на нашу шкіру? Руки, мабуть, теж реагують не дуже добре. Реагует не дуже добре. Смотрите, что происходит. Я часто вижу, когда вот человек входит в магазин, сразу же обильненько этими спиртовыми антисептиками себе на ручки, прошел, скупился, конечно же, он контактировал с прилавками, с дверными ручками и контактировал с микробами. На выходе он опять антисептиками омывает кожу. Что происходит? Именно в эту минуту, конечно же, антисептики уничтожают микроорганизмы, которые попали на кожу. Но что будет потом? Антисептик потом работать не будет. Антисептик проработал только вот момент нанесения. И дальше человек продолжает контактировать. У нас постоянно на кожу рук, лица, на слизистые поступает масса микроорганизмов, вирусов, различных аллергенов, химических веществ. Мы постоянно это вдыхаем, это постоянно садится на нашу кожу. И действия антисептика уже нет.
а мы разрушили, обезжирили, разрушили свою самую ценную защиту, свою оболочку, которая имеет кислую pH и является бактерицидной для большинства микроорганизмов. А что тоді робити? Ми звідусіль чуємо, що без цього ніяк, ми не зможемо захистити себе. Тобто, з одного боку, нам треба це робити, а з іншого боку, ми руйнуємо той захисний бар'єр, який був на нашій шкірі. Так, так. Тому необхідно все-таки мати якусь здорову серединку. Да? Все-таки старатися по можливості цього не робити, якщо є можливість. Наприклад, медики не можуть цього не робити, да? Вони з антисептиками працюють постійно. Ну, коли ви йдете в магазин, ви можете взяти собі целофанові перчаточки. Так, і, войдя в магазин, надіть перчаточки, ви везде проконтактували, вийшли, їх вибрали. Пришли домой, помыли ручки с мылом, на влажную чистую кожу, нанесли эмоленты или свой любимый крем для рук, спрятали эту влагу, покрыли ее липидным слоем, и у вас все чисто и хорошо. А, пані Ірино, слизові оболонки, так, вони так також реагують, і, мабуть, ми можемо зрозуміти, що щось не так з нами, коли починають сльозитись очі, коли от ми виходимо на вулицю і бачимо, що ну таки щось не так. Да, вот смотрите, вот мы в процессе разговора с вами пьем чай, потому что при такой влажности воздуха, а вы здесь проводите целый рабочий день, сохнет не только кожа, сохнут слизистые. Смотрите, у нас сейчас очень напряженная обстановка в плане вирусных эпидемий. А наши слизистые, точно так же, как и кожа, покрыты защитной слизью, которая обладает бактерицидным эффектом. И постоянно туда попадают микроорганизмы, грибы, вирусы, аллергены, все постоянно попадает. Но когда этот слой влажный и достаточный, он хорошо уничтожает и способствует, препятствует проникновению вот этих вредоносных агентов туда, где живые клетки, где они могут получить жизнь, где они могут развиваться, размножаться и давать нам уже какие-то воспалительные процессы. Угу. Поэтому профилактика вирусных заболеваний, опять же таки, мы измеряем, но мы не просто его измеряем, смотрим и плачем, а мы идем в магазин. Треба, чтобы взволоживать. Мы же должны делать выводы. Конечно. На улице мы не можем ничего. Ну, сколько мы на улице зимой пребываем? Да, совсем немного. Мы идем в магазин, покупаем увлажнители воздуха. На сегодняшний день это тоже доступные приборы. Есть очень простые, очень дешевые. Есть дорогие дизайнерские решения. То есть на любой кошелек можно купить увлажняющий прибор, поставить в помещении, в котором вы находитесь. Дома мы более 12 часов находимся. Дома должен быть увлажнитель. На работе это абсолютно по карману. Поставить увлажнитель воздуха, поднять влажность воздуха хотя бы до 40%, это будет профилактика сухости, профилактика проблем с кожей, особенно при явлениях атопии, при различных заболеваниях кожи. И это же будет профилактика вирусных инфекций. Пані Ірино, а що тоді виходить? Нам обігрівачі бажано не вмикати, так? Вони ще вмикати, вмикати. Але, смотрите, у вас температура воздуха 26 градусов. Для офисного помещения это занадто. То есть необходимо вот все-таки придерживаться, есть определенные нормы СанПина по влажности и по температуре. Угу. И для дома, и для рабочих помещений, дома, где мы находимся. Як краще сбалансувати? Уменьшаем. То есть все-таки оптимальная температура это около 20. Видите, здесь даже вот все указано, зелененькое. Комфорт, комфорт. Поэтому, да, оптимальная температура около 20, воздух должен быть увлажненным и прохладным. Тогда наши все оболочки будут работать полноценно и защищать нас. Потому что самую главную защиту оказывают не антисептики, не маски, а наши оболочки, которые организм предусмотрел специальные pH и специальные вещества, которые сразу же уничтожают всех вредоносных агентов. Так, пані Ірино, чого не можна робити ні в якому разі взимку, так? Коли ми виходимо на вулицю, коли ми вже приходимо додому, щось, можливо, люди роблять занадто, щось не доробляють, а можливо, дівчата от за собою слідкують дуже, то наносять крем, наприклад, і виходять на вулицю, можуть зіпсувати собі шкіру таким чином. Так. Да. Так как я занимаюсь косметологией, здесь есть некоторые нюансы по уходу за кожей зимой. Смотрите, обычно кожа, если она не очень сухая, люди используют вечером жирный крем, питательный крем, и утром увлажняющий, легкий крем. Чем отличается жирный питательный крем от увлажняющего? Тем, что в питательном креме больше жировых веществ, меньше воды, и в увлажняющем больше воды, меньше жира.
Так вот, зимой лучше их поменять местами. Лучше, например, вечером использовать увлажняющий крем, а если кожа сухая, то можно еще использовать и эмоленты или питательный крем. Но утром обязательно лучше пользоваться более жирным кремом, например, питательным или эмолентами. Эмоленты – это вещества, которые специально предназначены для очень сухой, поврежденной кожи. Так вот, чего нельзя? Нельзя наносить на кожу крем, который состоит из жира и воды, да, то есть две фракции. Если мы нанесли крем на кожу и сразу же вышли на улицу в мороз, то водная фракция, конечно же, будет охлаждать кожу и способствовать ее повреждению. Поэтому крем, особенно принятие душа, мытье рук, умывание, все это должно быть минут за 40, лучше даже за час до того момента, как вы выйдете наружу. Вот. И чего еще нежелательно делать в зимний период, это скрабы, то есть все различные вот обезжиривающие и травмирующие факторы зимой лучше или уменьшить, или обратиться к косметологу, чтобы он сделал там энзимный пилинг, или вот максимально это деликатно, то есть кожу стараться не повреждать лишний раз. Девчата, там жінки дуже часто регулярно ходять на будь-які процедури, тут якраз краще їх зменшити, так? Залишити на весну, наприклад. Ну, не знаю, чистка, например. Смотря какие процедуры. Смотрите, зима вообще благоприятный период для косметологических процедур, для инъекций, для лазерных процедур, для шлифовок и пилингов, потому как у нас нет избыточной инсоляции. То есть мы меньше боимся пигментации кожи, поэтому можем активно работать. Вот. Но необходимо понимать именно какая кожа и правильно подбирать уход кожи. То есть здесь уже косметолог прописывает терапию после данной процедуры. И чтобы из процедур я порекомендовала людям, которые жалуются на сухую кожу, обязательно обратить внимание на такие процедуры, как биоревитализация. Потому как пилинги, шлифовки, мы снимаем верхний слой, но необходимо же что-то дать коже. Поэтому биоревитализация — это процедура, при которой мы вводим гиалуроновую кислоту в кожу, и одна молекула гиалуроновой кислоты держит 500 молекул воды, то есть это тот фактор, который будет удерживать воду в коже и, соответственно, ее хорошо увлажнять. И еще очень такая любимая нами, моя любимая процедура, это инъекции плазмы. Наша плазма, опять же таки, свое собственное, наш организм — это самое лучшее, да, самый лучший крем, самая лучшая оболочка для слизистых, и наша плазма — это самый лучший живительный коктейль для омоложения, для регенерации. Это процедура, которая используется, начиная от подростков при явлениях постакне и акне, и заканчивая женщинами даже после 70, которым уже мало какие препараты могут помочь, плазма работает всегда. То есть плазма улучшает регенеративную способность кожи, улучшает ее, синтез ее всех компонентов, поэтому вот плазму и биоревитализацию — это процедуры, которые необходимы делать людям, которые зимой особенно страдают от сухости кожи. Ми знаємо, що взимку також з'являються такі небажані реакції на шкірі, коли є атопічні, наприклад, реакції, то взагалі можуть не просто руйнуватися, а навіть рани виникати, чи там взагалі такі серйозні такі речі, які дуже довго загоюються, а в деяких випадках взагалі не загоюються. Чи є спасіння, чи є порятунок? Що можна робити, конечно, в таких випадках? Звісно ж, смотрите, якщо є такі явления і при псоріазі, пацієнти з заболіваннями кожи, безусловно, відмічають активацію всіх цих процесів в холодне время года. Но они должны эти все моменты терапии оговаривать со своим лечащим врачом. Поэтому мы не можем сейчас давать рекомендации. Все зависит от степени повреждения и степени обострения. Но здесь важно понимать, если вначале при небольших микротрещинах, при небольших повреждениях кожи мы рекомендуем эмоленты. Да, это вещества, которые способствуют заживлению. Если уже есть достаточно покраснение, шелушение, болезненность, то есть уже микротрещины становятся более глубокими. Есть препараты в аптеке, мы не будем называть торговые марки, их очень много. То же самое на любой кошелек абсолютно необходимо спросить, какие есть эмоленты с провитамином В5. Это уже такой терапевтический подход, это заживление. И в аптеке подобрать препараты с провитамином В5. И если уже вот эти все моменты не срабатывают, тогда необходимо подойти к доктору, и уже доктор назначит квалифицированную помощь. Пані Ірино, ось обмороження, так? Ну, це справді зараз серйозний такий вихід із положення.
положення, коли ми можемо розповісти про те, що треба робити, але ж свята, так, коли люди зустрічаються з родиною, хочуть прийтись біля ялиночки побути. Коли вчора, наприклад, хтось ходив, може, пірнали, так, плавали в воді, там, чи просто могли зайти у воду і вийти, так, але все одно. Такі випадки, можливо, не одразу ж обмороження, так, але все одно. Люди отримали недоліки на своїй шкірі, вони побачили, що вона реагує, і зараз хочуть якось вилікуватись. Чи є такі засоби, які можуть в домашніх умовах їм допомогти, і чи можете ви їх рекомендувати? Здесь я вам расскажу случай. У меня дочка хирург, работает в Киеве, и вот рассказала свежий случай о девочке, которая отмечала день рождения, какой-то праздник. Они с компанией гуляли на улице, устраивали фейерверки, выпивали. Она промочила немножечко одну ножку и чувствовала, безусловно, что вот у нее замерзли пальцы ног, вот ей было некомфортно, она испытывала даже болезненность. Но так как присутствовал алкоголь, да, он немножечко притупляет ощущения, отвлекает. Да, в стадии опьянения человек чувствует себя счастливым и кажется, что все не так плохо. И в процессе вот этой прогулки она не могла бросить компанию и уйти домой греться. То есть все это продолжалось. А обморожение имеет 4 стадии, которые плавно переходят друг к другу. При первой стадии наблюдается спазм сосудов и достаточно обратимые процессы. Человек ощущает болезненность, покалывание. А дальше наступает онемение. И человек уже не чувствует, что весь процесс ухудшается и происходит уже глубокое повреждение тканей. Он этого не замечает, особенно в стадии алкогольного опьянения. И в итоге вот это все продолжалось, пока они, когда они уже попали в помещение, вот девочка уже обратилась на скорую, и в результате так получилось, что ей ампутировали полностью пальцы на одной ноге. Да, молодая девочка осталась полностью без пальцев на одной ноге. Вот настолько это было незаметно. Она не была мертвецки пьяна. То есть, ну, как бы это все было абсолютно... То есть она не ожидала, что все может быть так. Это может статися с будь-ким. Особливо треба розуміти, що з вами відбувається. Треба відчувати себе. Поэтому, если особенно промокли ноги, то есть влага даже при незначительном или даже при плюсовой температуре, если промокли ноги, промокли перчатки, необходимо, ну, как бы ощущать. Взагалі не треба звертати увагу на те, що вам скажуть, що на вас подивляться, як там що. Тобто ваше здоров'я не головніше. Пытаться где-то найти горячий питьё и где-то все-таки, тем более, если ощущается онемение конечности, необходимо сразу же куда-то все-таки уйти. Что же делать? Да, казалось бы, пришел и сразу горячей батареей прилип. На самом деле этого делать нежелательно, потому что снижается чувствительность и можно получить ожог. То есть кожа и так травмирована, нельзя ее травмировать высокой температурой. То есть в таком случае необходимо в теплую температуру, в теплую водичку опустить ручки или ножки, чтобы восстановилась микроциркуляция, и наблюдать. В норме, если это первая степень обморожения, в норме уходит побеление, и кожа приобретает розовый окрас. Ну, может быть, немножко отечная, ярко-розовая, но, тем не менее, она восстанавливается. Если же наблюдается синючность, выраженная отечность, болезненность или, наоборот, нечувствительность, то необходимо сразу же обратиться к доктору для того, чтобы медикаментозно помочь восстановить ткани. Справді, дуже серйозна ситуація. Взимку треба бути обережними. Пані Ірино, дякую, що ви про це сказали. Наостанок, це вже тут треба просто рекомендації дати тим людям, які хочуть пережити безболісно зиму. Дуже коротко, якщо можна. Дуже коротко – це використання емолента. Все-таки зараз в аптеці можна купити крем, який буде добре захищати кожу. Тому слідимо за увлажненням. Якщо у нас вдома кожа не буде пересихати, і ми будемо добре покривати захисним ліпідним слоєм, який буде беречити свій захисний слой, свої клітки, і тоді ніякі погодні умови в течі часової-двохчасової прогулки нам не будуть страшні. Ось так, Ірина Морозова була сьогодні в нашій студії. Цінні рекомендації почули ми і справді тепер знаємо, що треба робити в приміщенні, як слідкувати за своєю шкірою і взагалі, як зробити так, аби зима нам була не страшна. Отож, хочемо побажати вам міцного здоров'я, нехай все буде добре, а ми зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення. Супер, вважаю.